взвесить все мнения и принять решение, устраивающее большинство жителей. С этой целью прошло первое заседание рабочей группы, которое станет площадкой для диалога между соседями. Территория парк-отеля «Олимпиец» долгое время пустовала, и жители привыкли считать ее своей зоной отдыха. Но кто-то пустил слух, что владелец участка имеет на него виды. Возможно даже, это была сознательная провокация в интересах определенной политической группы накануне выборов. При этом никаких официальных документов в Совет депутатов не поступало. Михаил Раев, являясь муниципальным депутатом и представляя интересы жителей, обратился к председателю Совета депутатов Александру Дренову с инициативой собрать за столом переговоров всех, кто заинтересован в развитии территории парк-отеля «Олимпиец». Любая муниципальная земля, она является народным достоянием, должна, конечно, развиваться с учетом мнения граждан. Я думаю, сегодня стороны должны обсудить сложившуюся ситуацию, прийти к какому-то правильному, справедливому решению. На первом заседании рабочей группы определили состав ее участников, куда войдут представители градостроительного ведомства, общественных организаций, депутаты всех партий и жители Химок. Задача рабочей группы – выработать такие решения, которые устраивали бы химчан и не нарушали прав собственников.